Земелька, да? Что все время в песочке? Неинтересно уже. Лучше земельку. Не привязывал, да, Танечка? Ня. Вот такая земелька. Какая Тоня чистая, да? Да! Ой! Так, внутри почти сухая. Пошли, дочки. Увидели палатку, открыл папа, да? Варюшка. Привет! Доброе утро. Сегодня воскресенье, 27 августа. Погодка вот вообще очень подозрительная. Написано вроде то ли будет дождь, то ли не будет, непонятно. С утра моросил, мелкий-мелкий, сейчас прекратился. Возможно, будет усиление, не знаю, нам сегодня вообще, в принципе, желательно доехать до Паланги, но довольно далеко, 47 километров до кемпинга, который мы там присмотрели. Сможем или нет, не знаю, пока собираемся, уже на чемоданах. Вот, но там вдали, если видно, малышня, стали такие самостоятельные, сами все могут. Если раньше еще там до начала поездки только отошел сразу в крик, то сейчас как-то уже все поспокойней. И дают даже нам позаниматься, сами играют, там сами решают свои вопросы. Молодцы. Вот. Мы уже позавтракали, сейчас 12:20. До часа, думаю, выйдем. Не знаю, может быть, попробуем за один переезд, если не будем нигде останавливаться, преодолеть нашу дистанцию. Посмотрим, сможем ли мы это сделать. Что-то я думаю, что не сможем. Потому что дождик. Хотя тучи вот эти вот, они просто висят, вообще не двигаются. То есть даже непонятно, будет он или нет. Ну, посмотрим. Ладно, будем собираться. Светка уже вся в пределе. Я тоже сейчас займусь. А вот там самостоятельный Тосик к нам идет. Да. Выехали в сторону Паланги. И как только выехали, проехали табличку с надписью, что поселок Юрмалансъемс закончился, сразу началась вот такая вот ерунда. Закончился нормальный асфальт, началась просто зубодробительная грунтовка, щебенка. Короче говоря, местами то крупные камни, то помельче, но они как песок, и просто велосипед вообще плывет. На крупных подпрыгиваешь, даже вообще непонятно, короче говоря, где ехать, то с краю, то ли лучше по центру. В общем, короче, потратили много времени, практически час, чтобы оттуда доехать, хотя там километраж небольшой. Вот, снова убегаем от дождя. Вот там вдали ползет дождь. Не знаю, доползет ли он до нас или нет. Светка сверяется с маршрутом. Вот, но впереди шоссе. Если дождя не будет, думаю, прибавим и поедем побыстрее. Только что встретили человек 8 иностранных велотуристов. Вот. Но, конечно, груженные они не так, как мы. У них только сзади сумки, и то совсем полные. И небольшая сумочка спереди. Ну, поприветствовали друг друга. Вот, наверное, они ехали, по-моему, с гидом. Вот так. Ну, вот эта радость, слава богу, скоро закончится. Ну все, продолжаем, едем вперед. 4 часа дня. Остановились на привал. До ближайшего кемпинга в городе Паланга осталось 13, по-моему, километров. Думаю, за вечерний переезд мы должны их проехать. Остановились в таком неприметном месте. Поставили велики. Местечко такое у дороги. Съехали. В принципе, тут пока едем, вообще особо негде встать. Первое место вообще появилось, что до этого просто был вообще сплошной лес вдоль дороги. И даже если девчонки раскопленничались, ну, вообще негде было вставать. Вот. И, короче говоря, как вот только мы
съехали с этой вот грунтовки, по которой ехали утром, выехали на шоссе, вообще такое качественное покрытие, просто мы супер быстро едем там, ну, если ветер не дует, ну, 20-21 километр, ну, если дует, там, поменьше, вот, думаю, как быстро мы сейчас доедем, как, значит, у нас все будет круто, и, короче, как только я об этом подумал, начался ремонт дороги с перепусканием, и уже третий участок мы проезжаем с этим светофором, то есть одна... Вначале мы ехали, одна полоса, короче, просто там яма вообще вырыта, вот, причем это перепускание никак не регулируется, то есть машины уже проехали, мы еще нет, хоп, нам уже едут навстречу, мы, ну, слава богу, на дальних участках это была возможность переехать в свою полосу, которая ремонтировалась, она, в принципе, такая грунтовая, по ней ехать можно. Вот, а до этого был участок, где просто яма, и нам было бы некуда прыгать, короче говоря, на самом деле, вот, то есть... Сегодня выходной, никто ничего не регулирует, никто ничего не делает. Все работает в автомате. Вот, ну, погода хорошая, не жарко, не дует. Слава богу, пока не капает. Фу-фу-фу. Надеюсь, не закапает. Вот, 13 километров. Сейчас покушаем немножко. Девчонки попрыгают. И, наверное, постараемся приехать в Палангу за сегодня. Мне кажется, это реально. Вот. Варюшка, пирожушка. Варюшка, нём-нём. Чё устраиваете? Не знаю, чай не делаю. Что это такое за танец? Что за танец? Танец ням-ням. Ням-ням. Короче, ползет вот такая вот дождевая хрень. В принципе, по прогнозу обещали к вечеру дождь, но мы надеялись, что мы до него прорвемся. Ну, придется, видимо, нам помокнуть, потому что у нас есть потребность в магазине, памперсы кончаются, не знаю, хватит ли нам на сегодня-завтра. По пути вообще ничего не было, мы думали, по пути зайдем, хоть что-то купим, вообще ни магазинов, ничего, и воды тоже что-то у нас не очень много. Вот там, где мы стояли, что-то нам вода не очень понравилась, как была с каким-то осадком. Мы решили такую воду не брать и тоже думали, что купим по пути. Ни одного магазина вообще, просто ничего. То есть, видимо, ближайший магазин в 11 километрах в городе Паланга, откуда прет вот такие вот тут челы. Все это мне очень напоминает, как мы ехали в Сигулду, тоже там помокли маленько, тоже нам надо было в магазины. Вот сейчас я чувствую, будет то же самое. Сейчас мы все оденемся хорошенечко и поедем. Вот такая вот погода началась. Вот эта туча, которую мы вам показывали, прогнозируемо принесла сильный дождь. Да, Варюха? Принесла сильный дождь. Кто такой слезный? Кто такой слезный? Капризничает. Все хорошо теперь. Короче говоря, отъехали мы от кемпинга. Точнее, не от кемпинга, а от места нашей стоянки, обеда. Буквально километра два и начало понемножку капать. Но тучи сносило левее от дороги. Мы думали, что нам повезет и все будет хорошо, мы в дождь не попадем. Попали в сильный дождь и увидели отворот на кемпинг. Ну, до него пару километров по груту скакать. Что-то мы не захотели. Мы решили, что в принципе, километров 8 по хорошей дороге. Ну, мы уже, в принципе, были мокрые, нам было все равно. Думали, что мы доедем. Тонька молчала, Варюха у нас немножко так похныкивала. Ну. Потом что-то ей разонравилось. Вот, она, в принципе, себя хорошо вела, только когда рядом ехал я. Вот пока была там, пока перепускали, грунтовка пока была, в принципе, Варя вела себя хорошо, и там, ну, капли, в принципе, не волновали. Вот, а когда уже она стала ехать одна с мамой, Варька стала хныкать, потом вообще у нее, короче, истерика началась. Вот. Нам нужен был срочно какой-нибудь магазин, увидели магазинчик, хоть воды там купить, чтобы с палаткой можно было где-то встать. Заодно в магазине спросили, нет ли у них домика свободного, ну или там чего-то такого места, где поставить палатку, чтобы уже никуда не ехать. Мы искали, у них есть домики, хотя указателя вообще никакого не было.
То есть домик был просто указатель магазин. Вот, то есть то, что тут что-то сдается в аренду, такой информации не было. Мы сказали, вся информация в интернете оказалась, что они вот сдают вот такие домики. Всего по 20 евро. Есть все. Есть чайник, плита, душ, спальные места, сухо и тепло. За 20 евро вообще. На втором этаже неожиданно оказалась игровая зона для детей. Вот такая вот сеточка. Дися. И тут вот аккуратно. Дорожка всякая тут. Машинка. Ковер такой с машинками, да. И тут сетка. И. Тоня. Иди. Только немного темновато, но пока нормально. Еще пока не очень темно. Нормально. Да. Главное сухо. Главное сухо и тепло. Бумсы, колобумсы. Бумсы, колобумсы. Тоня. Ну ладно, в общем. Давай. Папа будет заниматься делами. Заползай. Мама с ребятишками поиграет. Заползай. С малышней. Заползай, ползи. Ползи. Сползла. Плюх. Я пошла на это. 20 евро. Вау. Короче, есть диван, ну и можно также поспать и там, при желании. За доплату еще есть и сауна, вообще. Обживаемся, сушимся. Дождь, по-моему, только усилился. Короче, до сих пор льет. Вообще, если честно сказать, то за 3 недели это первый дождь, в который мы попали, вот так конкретно. До этого все дожди были либо вечером, либо они были затяжные, мы сидели в палатке, либо они были скоротечные, и мы просто были где-то в городе. Ну, в общем, короче говоря, ни разу мы еще серьезно не попадали в серьезный, ну, такой приличный дождь. То, что было по дороге к Сигулде, в принципе, это было, ну, так, слабенько. Вот, он, в принципе, сильным стал, когда мы уже поставили палатку, а так мы ехали, мы еще с магазина успели заехать, доехать до места, поставить палатку, вот. Так что за 3 недели первый дождь, это, я считаю, супер везение. А лед, конечно, прилично. Ну ладно, будем скоро кушать.